Hello, это Monarch Play, и мы продолжаем прохождение непосредственно GTA 4. Мы едем слово Крею на задание. Вот последнее было очень умное задание с брюликами, которые забрали те, кто помогали нам их забирать. В конце еще с фразочкой, что любой, кто касается брюликов, всегда сразу задумывается, как бы так сделать, чтобы они осели у него в кармане. Поэтому мне было очень ожидаемо, что следующим заданием будет именно, что, так сказать, поиск тех карманов, в которых осели эти брюлики. Ну, это не прямо так, что супер важно, конечно. Ну, типа, никакого такого сюжетного движения, твиста не было, наверное. В этом плане мне скажу, что, допустим, задание... По-моему, самая прикольная сюжетная была все-таки Vice City. У нее какая-то такая своя атмосфера магическая. Ну или просто мне она почему-то такая так в душу запала. Но, кстати, напиши в комментариях, какая тебе GTA больше всего нравится. Что-то музей надо еще теперь забрать. Yeah, baby, I'll be there in a little bit. All right, listen, why don't you wear that pink thing, huh? Yeah, yeah, the pink thing with the little feathers on the, yeah. I gotta go, I gotta go. Nico, come on in. Okay. Where the fuck have you been? Sorry, you know how it is. I know how it is. Yeah, I know how it is sitting around with $2 million worth of stolen ice waiting to get jumped, if that's what you mean, brains. Were you followed? No. I mean, I don't think so. This town's full of rats, so who knows? What's going on? What's so urgent? I need you to offload this ice for me. So what you going to do for me? What do you mean, what am I gonna do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. I said I got connections. I'll see what I can do. I'll see what I can do is not good enough. I want your word that you'll find him. Hey, I said I'll look after you. Hey, you know what? It's cool. Get someone else. I'll see you later. Oh, whoa, whoa! Are you fucking kidding me? No! No, I keep doing these favors for you, and you pay shit! Now, I need this from you. A guarantee that you will find this man. I know he's in the city. So either you give me your word or go fuck yourself. I'm sick of this shit. Fine. Fine, you got it. You want my word? You got my word. Good. Who is he? Florian Kravitch. Florian fucking Kravitch? That's right. Okay. Okay. You have my word. In the meantime, head over to the Libertonian. There you're gonna meet that guy named Johnny, and the two of you are gonna exchange the diamonds with a guy named Isaac. Then, you give Johnny half the money, the rest you bring back to me. What's he doing there? He's waiting to get paid. It'll be good. Keep things on a level. People always behave better with company. Sure. Much better getting shot by two guys than one. Is this the merchandise? No, it's my lunch. Funny. Вообще, так понимаю, что и Нико должна причитаться какая-то доля неплохая за то, что он просто едет и отдает, потому что рискует-то он своей пятой точкой. В этом плане даже как-то смешно, мы украли брюлики. Мы потом второй раз забрали брюлики. И теперь мы едем их продавать. А бабки получат почему-то месье Рэй. Причем я так понимаю, что он получит бабки и захочет смыться. Никакого чувака он нам не найдет. Ну тоже верно, такой сорбор из-за двух чуваков. Полгорода переложили ради того, что Ника хочет просто отомстить на эти двух чуваков, которые его подставили. Немножко устал от того, что Ника в этой серии просто тупо убийца. Ну, в том плане, что никакого сюжетного твиста, ничего, никаких там каких-нибудь прикольных заданий. Мы только ездим и убиваем последние, наверное, серии 15. Короче, как мы пистолет взяли в руки, так мы и начали просто тупо постоянно убивать. Ладно, реально кого-то, ну, типа...
не знаю, как это даже сказать. Нужно сделать следующий GTA с симулятором полицейского. Типа ты будет заодно один из персов, это будет полицейский, с которого ты будешь играть. Ну, такие беспалевные тачки, конечно. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course, no problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Развод. Нет товара на собой. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Ну, естественно, подстава. Next, did you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! Ожидаемо. Очень ожидаемо. В этом городе, по-моему, у всех есть уши. Ну, типа, точнее, как сказать, о любой ситуации знает весь город. Единственный момент в том, что будут ли они принимать в этом участие или нет. Все-таки броник взять. Тут смотри, какое задание запарное. Надо выбраться и еще умудриться. Да блинский. А хпшек не... А, вон вижу. Чё, кто со спины меня Ну отлично, отлично, просто класс. Надо как-то внимательнее к этому делу относиться. Кто-то просто оббежал меня сзади, выстрелил. Понятно, нормально. Достойно, достойно, я скажу, достойно. Это было неплохо. Стоит заехать за броником. Тачки, конечно же, нет. Ну хорошо, хоть броник здесь рядом. ...350 штук, а куда у меня делись деньги все? У меня же было почти 600 штук. А что истратились деньги? Я вроде ничего не приобретал такого. Кто-то ограбил, что ли? Тебе не сюда, но пришлось сесть вместе с нами. Отлично. И хотелось бы, конечно, калаш, на самом деле. Давай, это анимация, зачем они ее сделали? Типа с калашом гораздо проще все это делается. Ну, у меня полляма было, если мне не изменяет память, реально. Да.
Че, опять тот мост, где я весело люблю выпрыгивать? Да. Так, ладно. Почти на месте. Полицейская тачка, которая полицейский чинит свою тачку, и рядом стоит с мигалкой тачка. Зачем это? Теперь ты с броником и калашом явно все это будет проще. Конечно, было бы классно, если бы у меня была бы толпа гранат, я просто бы закидывал бы всех гранатами, но граната стоит косарь. 10 гранат, 10 кусков. А стрелять мы будем сегодня? Зарядка. Поехали. Не тормозим. Идем. Зарядка не вовремя. Кто стреляет-то? А, вот эта фигня сзади, которая подошла. Так, лестница. Вот здесь выход. Ай-яй. Там ППшки есть, если что, спустимся, возьмем. Так, отлично. Кто-то... А, я думал, кто? Гренка? Нет, пистолет просто. Так, пора взять ХП. Да ну только не добей меня здесь. Отлично, хпшки есть. Отсюда я могу разрулить вас, ребята. Да кто? Тут-то все разрулены. Где это чудо? Вылазь. Ну? Ага, все вижу. Знаешь что, у меня же есть, по-моему, греночка. Лови-ка греночку. И ты лови греночку. Что, выжили? Ты выжил. А, я так выстрелить не могу. Отлично. Погнали.
Так, а там вторых хпшек нигде нет, броник нигде не валяется, так, случайно. Нет, не похоже, чтобы что-то валялось. Ладно. Нет, так нет. Броник мне прям бы сильно не помешал бы. Гренка? Куда у них гренки? Это не броник валяется? Случайно. О, он броник. Отлично. Где? Да пофиг мне на тебя. Мне главное здесь на выходе их не встретить. Следующий. ХПшечки. Вылазь. Да, я совершенно правильно перебил. На, ясно. Ну чё, всё, отбился же. Мне так больше. Мне казалось, это будет сложнее. Так, окей, броник есть, хпшка есть, в принципе, можем к Рэю ехать обратно. Ну давай, Рэй, расскажи, как мы это все будем отруливать. Из-под меня Рэй хочет. Ника, позвони, когда убьешь всех, или когда вернешься из качалки, или чем ты там занимаешься. Народ устраивает новые гонки, мы должны всех порвать. Обязательно когда-нибудь, но не сегодня. Тут так заданий дофига, просто дофигище. Помимо твоих этих гонок. Я все жду, когда появится Санчес. Потому что мы еще, по-моему, из тачек, из всех и мотоциклов на Санчесе не катались. Ну и на Ламбо, конечно, мы еще не катались. Но Ламбо здесь нет почему-то в этом городе. Давай, Рэй. Нет пути в подзиму. Yeah, you gonna pop me for it? No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up, and he ain't gone states yet. Very funny, ha-ha. Listen, we got a lot of missing money, and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxite and Exeter. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell him about things they're working on.
I don't bust my balls. What's the point of talking about things unless they become real? I'm sure. Yeah, I'm sure. You're sure, Phil. You of all people. Now, what the hell does that mean? Nothing. I mean, come on. You're a guy who knows what's what, right? Phil, take it easy. Ну понятно, сейчас надо будет разобраться с байкерами. Короче, мы за Рэя просто все разные делишки выполняем и все, и больше мы ничего не делаем. Ребята, а можно как-то потише? Ну я буду вообще в костюме мусорщика ходить, потому что я просто занимаюсь тем, что в принципе убираю за всеми другими мусор. Выполняю мусорную работу. Убиваю людей, защищаю всякие там свидетелей, адвокатов, чужие проблемы закрываю. Вообще, своими делами я не занимаюсь. Еще Ника ведется на то, что Рэй ему будет помогать. Рэй не знает никого и никого не будет искать. Или знал этого чувака еще до того, как Ник мы начали с ним работать. Но как бы ладно. Странно в этом плане. Ну то есть... Знаешь, в GTA, наверное, как в целом во всех играх, да, действительно не хватает нелинейности, поэтому многим зашла линейка в Elder Scrolls, потому что у тебя как бы есть выбор как будто, ты можешь выполнять задание, можешь не выполнять задание, можешь быть на типа любой стороне почти или не. Вот. Как бы... А тут рассказывают историю просто каждый раз убийцы. По факту. Ну, последняя серия. Нет, ладно. Там, где Vice City, там не прям убийца. То есть там прям чувак пытался строить типа, свою империю. И в конце, в принципе, мы, наверное, ее и построили. Для Томми Версачи. Версачи, или как он там? Версачи. Вот. Третья GTA тупо просто решала. Просто мы просто всех, кого могли, там убили, во всех городах и все. Сан-Андреас, ну понятно, типа нигер поднимался с низин. Это, в принципе, ну еще более-менее типичная такая история была рассказана. А здесь пока просто тяжелая судьба эмигранта. You took something that belonged to my employers. Shit! That's the cocksucker that Johnny ripped off of the diamond loot. Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Hey, let's do this! Крутые байки, крутые. Да вот именно, here we go again. Давайте еще разберемся, боже мой. Не, мотоцикл, мне кажется, должен стартовать совершенно иначе. Perhaps he was not such a good rider. А ты что такой живучий? И как он стартовал? Ну понятно, он заскриптованный. Друг не заскриптованный, а он заскриптованный. Можно я не буду почему-то здоровым красным в кабачках ехать? ППшки в метро валялись? Запарились, только сделали тоннели в этом метро. Кроме город хотели.
ладно, такие миссии еще прикольно, потому что мы катаемся, да, заскриптовано, но это хотя бы что-то типа не просто мы пришли и давай всех типа убивать. Сесть на поезд, прям на мотоцикле. О! А, это мы в первый город вернулись, нормально. Ну да. Отсутствие опыта езды на мотоцикле сказывается. Надо было, конечно, подрезать битого мотоцикла. Прикольный мотоцикл на самом деле. Так, мы сейчас находимся где? У нас тут, в принципе, есть ближе задание. Поедем тогда к нему. I got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there though. The other guys are supposed to be taking care of him. Don't worry about it, Nicky. Интересно, такие мотоциклы, в принципе, реально встретить помимо выполнения задания, или они какие-то, типа, эксклюзивные? Заодно отвлечемся от заданий мистера Рэя. Единственное, по времени мы вписываемся. Да, что ты хочешь? Что ты мне скажешь? Давай, приезжай. What you waiting for? Throw it. There's some fool called Talbot. Talbot Daniels over in the Triangle. He's into me for about 10 G's. He says he might know something about Florian Kravitch. Florian. His days of searching are over, my friend. This guy should point you in the right direction. И что, все миссии пропали? Роман? Hey, Roman, can you do me a favor? Anything for you, cousin. Just say it. You want some women? I meant it. He's not that. I'm coming to collect you from the apartment. Wait for me there. Оу, это опять те задания, которые сюжетные, типа. Ну тогда тем более, ладно. Так, что ж, на сегодня мы закончим. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме и, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением.